впервые вижу удивительный автомобиль 30-х годов выпуска. Что в нем особенно интересно, это вот, ну, помимо очень необычных форм кузова, у него еще и передние двери в обратную сторону открываются, как у Rolls-Royce. А самое, что интересно, это салон. В салоне, посмотрите, как в 30-х годах переключалась передача. Это вот такой вот джойстик для переключения передач. Как приборная панель оформлена. Включаешь ключ зажигания, выжимаешь сцепление, и сцепление является стартером. И вот стартер начинает крутиться, вращаться. Ну, видите, прохладно, похолодало сильно на улице, и пока она не заводится. Очень интересно, вот это вот ручной газ. Его нажимаешь, видите, и педаль шевелится. То есть это типа аналог, получается, круиз-контроля в 30-х годах. Салон, видите, вот 36-го года это. Автомобиль называется Корт. В общем, очень интересный аппарат. Уникальный, необычный, не очень хорошем состоянии по кузову. Но я думаю, ребята решат этот вопрос. Тут большой музей, автосалон раритетных антикварных автомобилей. Это однозначно пока, наверное, самый необычный автомобиль с такой коробкой, просто джойстиком очень легко переключается все на V8 на моторе, на огромном карбюратор. Все, смотрите, как в 32-м году, как все сделано круто. Вот такой вот автомобильчик. И здесь интересные экземпляры техники. Я даже не знаю, где вход, но решил хотя бы через окно подойти посмотреть. Очень крутые машины. Таких я даже не видел никогда. Прям вообще надо во вход зайти. Вот там вот, если открыть, чуть-чуть снять. Попал вовнутрь. Здесь, конечно, уникальная коллекция. И какая отделка дерева у этого автомобиля. Что это, даже я не знаю. Это Chrysler. Приборка. Очень круто. Смотрите, вообще какие удивительные модели. 37-й год, тоже Корт. Вот я привез Корт, похож, да, дизайн у них. Тоже, видимо, канул в лету. Корвет 63-й год. Мустанг 70-й. Дальше вот идут Импала. Виталика такая, кабриолет в Москве. Это, конечно, представляете, вот это дизайнерское решение умудрялись же люди в металле реализовать. Это очень круто. Кабрик огромный. Габариты, вот чтобы как-то вам постараться передать, я даже не знаю. Вот я грузил машину, она 6 метров была с лишним. То есть она больше, чем Escalade. Ну, вот, надо понимать. Oldsmobile. На Oldsmobile тоже такие крутые тачки делали, и почему-то все больше не производится. Торпеда какая крутая. Часики. И вот все эти решения, которые сейчас применяются с воздуховодом, там перед лобовым стеклом, были еще в 50-х придуманы. Вон, смотрите, как стекло, какая форма задана. И это все для того, чтобы оформить заднюю часть автомобиля. Форму бамперов, да? Знаете, можно же просто сделать. Прямо все, функционал выполняет, задачу решает. Но нет. Смотрите, сколько различных элементов в сложном дизайне. Выхлопная система. Такое внимание к деталям. Это очень сильный автомобиль. Нравится Pontiac Star Chief Custom Safari. Очень крутой. Это зеркало вообще. Как такой дизайн? Посмотрите,
уникальный. Он еще и фара. Да, под большим впечатлением вот этих автомобилей. Под огромным впечатлением от автомобилей. Я очень любил в России, при каждой возможности заезжал, такой, кстати, перевозил Бьюик. При каждой возможности заезжал в музей техники Вадима Задорожного. Мне нравилась там экспозиция автомобилей представлена. Это тоже крутой, смотрите, в каком-то обвесе. Сиденья формы непривычной, сзади раздельные. Торпеды тоже. Какой-то год. Здесь не написано. Тоже Pontiac, кстати. Ого, Cadillac Phantom 40-го года. Огромнейший. Нереального размера. Cadillac. Кстати, есть в России Cadillac. Целая коллекция, все автомобили. Насколько мне известно, у одного коллекционера. Это интересно для кого. Это же чехол запаски в металле. Форма фары вот этой. Просто разрыв башки. И тут же малышка. Кадиллак. Здесь Рион. И вот такая вот вообще миниатюра. American Bantam. Повозка. Пожарный трак. 31-й год. 31-й. Ну как же это? Как же это вот? Удивительно. Круто реализовано. Строителями 30-х годов. Смотрите, туда дальше еще сколько. Там уже еще более старые каретного типа автомобили. Видите, как на форточке эффект по краям. На вот этом стекле. Кромка снята. Эффект преломления света образуется. Еще на деревянных дисках. Кабрик. Очень круто. Эти элементы. Здесь тоже зеркало внутрисалонное. С такой же обработкой. Робот деревянный. 25-й год. Chrysler Imperial. 38-й год. Двухместное купе с деревянной торпедой, с огромным багажником для двоих, для путешественников. Для двоих путешественников. 29-й год. Packard. Седан. Видите кузов. Мы бы его сейчас назвали хэтчбеком, а считается это седан. Считалось седан по тем временам. Трачки. Какой-то аппарат. Что это за аппарат? Какой-то игровой. Винил. А, нет, это же, смотрите. Это вот там набор пластинок. И это автоматический аппарат, сменяющий пластинки. Очень круто. Все, денежку ставил, музыку заказал. Смотрите, повозка моторизированная. Первичный, 903 год, Ориент. Это, кстати, интересно, такого еще не видел. Сейчас вот веломобили примерно так же выглядят. Все. Педалька и небольшой ДВС одноцилиндровый. Очень интересно, как карбюратор вынесен. И тут же выхлоп двухтактный, видимо. Мотор. 903 год.
Круто. Да, тогда действительно, вот такие бензиновые было проще делать. Если на нем такое малое количество элементов было, то в производстве они были достаточно простые и дешевые. Хупмобиль, 909 год. Тоже круто. И прямо чуть ли не со свечками в фарах. Кайф. 907 год. Карета моторизированная тоже. Редуктор, цепной привод. Где-то там мотор находится. А вот мотор здесь посередине. Похож на паровую машину. Нет, он ДВС тоже. Интересно, он уже четырехместный большой. 911, вот Model T. Это вот то, что Ford перевернул мир. Видимо, производились примерно такие тележки третий год. Он усложнил, усовершенствовал, но при этом обеспечил быструю, дешевую конвейерную сборку. Что это за коробка? Не знаю, на приборы, смотрите, как дорогие часы смотрятся. Бак, спицевые колеса. Кайф. Кайф. Просто кайф. Совсем, видимо, на небольшие расстояния люди ездили. И вот такой техники было достаточно. Сейчас эти расстояния покрывают электросамокаты, электровелосипеды. Люди вообще, что ли, пешком не ходили. Я с трудом себе представляю, как на большие расстояния передвигались. 914 год. Вагон. Да, действительно вагон. Какой цепной привод. Огромная звезда задняя. Да, вот это прямо перенос в прошлое. Хорошо, что я сюда зашел. Мне самому очень интересно посмотреть. Смотрите, прямо спиртовая лампа в качестве освещения. И какой рок клаксона. А дверь вот эта, это же вообще произведение искусства с ручкой. Вот прям карета. 909 год. И вот у многих вот такой вот элемент на руле. Не знаю, как он работает. Интересно, тоже вот эта вот коробка. Коробка с чем-то. Может, аккумулятор там? Не знаю. Реверс, педаль. Откидывается стекло. Здесь уже, видите, под капот ушел мотор, видимо. Тоже это Ford. Черный цвет. Runabout. Ох, круто, как сделано. Пружина. Элемент подвески с рычагом. Шкворень. А смотрите, это что, спидометр, да, снимает скорость, показания. Датчик, видимо. Да, и вот рессора центральная. Да, кайфово. О, как стартер, кстати. Чехольчиком. Худсом. Угу. Да, здесь уже рессоры две. Шкворень также виден. Снаружи. Селекторы. И клаксон. Здесь груша резиновая. Также клаксон и спиртовая лампа. Здесь вот, кстати, на тенте пластик. Интересно, пластик из чего делали в то время? Вот этот прозрачный пластик. Это вот тэшка сзади с фонарем. Спиртовым, видимо, еще редуктор. В принципе, сейчас ничего особо не поменялось, только побольше нагрузку держит. Бак. Какой-то рессоры. Даже бамперов еще не было на этих машинах. Здесь уже был пружинный бампер. А здесь, кстати, не пружинный бампер, интересно. Мне нравилось на старых машинах еще то, что пружинный. Но зато, видите, как интересно, две запаски. Очень много места для задних пассажиров. Состояние так себе. Ну, какой-то тоже интересный аппарат. Смотрите, грубо представляете, из металла реализовать. Это Пайрс. 28-й год. Здесь уже, да, более серьезный технически. Рядная шестерка огромная.
Так, а вот это что такое? Кадиллак. 11-й год. Кайфовый. Да, прикольно. Кадиллак, да, уже туда заморачивается. Кресло спереди. Переборка крутая. Два колеса запасных узеньких. Гудрич. Уже. Какие-то баллоны. Угу, да, класс. Да, слушайте, тут очень большая экспозиция. Очень интересных автомобилей. У меня, к сожалению, времени на все не будет. Можем вот так вот издалека посмотреть немножко. На эти удивительные машины. Вот это грузовичок Ford 51. Dump truck. Это значит мусоровоз. Свалки обслуживает такой трак. 29-й год Шевроле. Так, ну уже мы заканчиваем. Это тоже Шевроле Импала. Кабрик как раз. С красным салоном. По этому ряду хочется на самом деле пробежаться, но совсем нет времени. Здесь даже еще чехол антикварный с клюшками. Извините, какой он. Низкая линия крыши какая. Выглядит очень круто. Значок на капоте красуется. Паккард. Пашечка поменьше габаритами. Плимут. Но тоже посаженная крыша. Очень круто смотрится. Давайте быстренько пройдемся по этим машинам. Пайерс. Ауборн. Ауборн. Линкольн. Тоже интересно, крыша вот так назад завалена. Потому что сразу же в глаза бросается. А вот, кстати, пружинный бампер. Вот пружина, которая отталкивает. Если прикосновение, кстати, интересное решение. Ведь для водителей можно убрать часть крыши, а задний элемент остается закрытый. И стекло перегородка. Немножко зацепил. Вот интересное решение по цветам. Синий, золотые, на золотых дисках с белыми окантовками на шинах. Франклин. Ну, в общем, понятно. Знаете, вот этот ряд последний. И идем на выход. Потому что просто времени больше нет. Это, конечно, можно в деталях, в мелочах еще очень долго разглядывать. Восхищаться и удивляться. Кадиллак. Этот с улицы, да, я видел. Из-за него я захотел зайти. Салон. Форма крыла заднего. Какое-то безумие. Там тоже оптика. Кабрик огромный. Крайслер. Мотор. Здесь можно посмотреть на двух карбюраторах. Плимут, 59-й, Крайслер, тоже форма крыла заднего, да и передние не уступают. Да, очень круто. Кадиллак уже более свежие модели. Вся электроника уже спереди, сзади, все электрическое. Кондиционеры, диваны, все что нужно. Тоже сегодня на Кадиллаке интересно. Торпеда. На улице ламба. Это что у нас? Меркурий. Ну, такой простенький уже, на 53-й год. Аккуратный, даже не простенький, наверное,
аккуратненький. Тут один карбюратор. Ford Skyliner. Ух, какая у него огромная крыша. Металлическая, но при этом с автоматическим складыванием. Вот это круто. Представляете, вот эту массу, механизм складывания придумали. И вот как у него выглядит задняя часть, как реализована оптика в пластике отлита. А год, напомню, 58-60-е года. Уже вот такие формы спокойно производили и применяли в автомобилестроении. Вот такая-то винтовая конструкция. Достаточно просто, то есть у него одно движение, видимо, вот оно все закрылось обратно. Кинематику продумали очень круто. Так, ну все, друзья. Надеюсь, вам коротенький обзор понравился. Мне надо ехать. Спасибо коллекционерам, создателям этого удивительного музея автосалона. Молодцы.